Продолжая тему Нового года, хочется заметить, что Дворец творчества детей и молодежи проводит новогодние елки для самых маленьких жителей нашего города. Ведь наш дворец – это гостеприимный хозяин, принимающий в свои стены людей любого возраста. Поэтому елки, проводимые здесь, пользуются большой популярностью. Кроме того, здесь была организована выставка, участниками которой стали не только воспитанники Дворца творчества детей и молодежи, но и школьники различных образовательных учреждений. Выставка получилась очень яркая и по-настоящему сказочная, поэтому дети, посетившие елку и выставку, получили массу незабываемых впечатлений.